Детей украинских переселенцев устроят в детские садики в порядке общей очереди. Поблажек не будет, пообещало Министерство образования Хакасии. Но возьмут всех желающих. На сегодня в республике 11 дошкольников из Украины. 16 ребят желают учиться в наших школах. Еще 3 человека планируют поступить в ВУЗ. Правительство России и Кабмин Украины подписали соглашение. Свидетельство о среднем образовании, которое школьник получил в Украине, является действительным и на территории России. А значит, можно поступать в институт. Школы тоже готовы принимать детей, очередей нет. Чего не скажешь о детсадах, например, в Абакане. Места будут предоставляться без ущерба, без ущемления интересов жителей Республики Хакасия. Им были даны рекомендации, им даны консультации, какие есть у нас детские сады, что у нас существует очередь.